26 декабря 79 года после, на разводе, замполит нам объявил, командир полка был. Я служил в Таллине, объявил, я служил командиром роты, и он объявил, что по решению ЦК КПСС, Политбюро и Советского правительства, вот, вчера ввели в Афганистан ограниченный контингент советских войск, и все. Закончился развод, потом пошли боевой подготовкой заниматься. Я пришел в свой кабинет, написал рапорт. Прошу направить меня для прохождения дальнейшей службы в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Выезд на рекогносцировку завтра в 8 часов утра. Со мной выезжают все заместители, командир разведывательной роты, танковой роты, начальник разведки, начальник артиллерии. Мы прибыли, значит, пересекли границу 1 марта, вот, и прибыли в город Пулихумри, рядом, в долину Килагай. В этой долине когда-то Александр Македонский срывал кожу с живых афганцев. Это было еще, знаете, как давно. Вот. И эта долина была размером где-то в диаметре 60 километров, а по кругу горы, вот, и по ним идут верблюды. Вот мы приехали, пересекли границу утром, 250 километров прошли. Я был за рулем, потому что не хватало водителей у нас, и командиров взводов я посадил за руль. И мы шли вот таким образом с боевыми машинами, километров под 70. Где-то меньше, где-то больше. Приходим туда, и все, ночью остаемся жить в машинах. Полгода живем в машинах. То есть у нас и дом, и спальня, и все, машины. Машины, машины, машины. Вот. Потом, значит, в один из дней, единственная палатка была у меня. Вот. И я ее развернул, из этой палатки сделал штаб полка. Вот. И тут, значит, ночью в этот же день проскакали на конях ребята ночью. Вот. И, естественно, со стрельбой все. И уходит, у нас поднимается разведрота, часть, значит, еще солдат, и преследуют их. Заместитель начальника штаба полка рванул туда, майор. Вот. Это первая потеря была. Его убили. Остается лишь помянуть третьим тостом погибших. Стой! И потом полгода мы жили, воевали, были впечатления, значит, потом мы где-то... На следующий день пошел дождь, ливень, где-то неделю льет, и с гор, а мы, оказывается, сели рядом с сухой речкой, и с гор пошел селевой поток, и этот поток поднял танки, бронетранспортеры, все поплыло, боеприпасы, все. Ну, я офицер опытный, и вообще я думающий офицер, который поставил все свои боеприпасы, все на пригорах. Вот. А остальные, наоборот, в лощине укрылись, как бы там. У меня все осталось на месте, а остальные вылавливали танки, бронетранспортеры после прохождения ливня. Очень долго собирали. Ну, собрали все на месте. Каждый день нападают на все, на мэры города, нападают на губернатора, на заводы, на директора завода, убивают их детей, мы охраняем, мы засады устраиваем, отстреливаемся, минометы, пушки, танки, все каждую ночь.
днем одно, вот я сказал, а каждую ночь у нас автоматы и пулеметы раскаляются до красна. И мы их меняли. Потом просыпаемся мы где-то, и открывает солнце, люки бронемашины, солнце. Светит яркое-яркое солнце. Что ж так ярко-то? А был темень, вот где-то неделю темно, что. Ну, вот тут. И выхожу вот так вот из люка по пояс. Смотрю, все поле, вот это 60 километров по округу, усеяно красными маками. Такой красоты я в жизни не видел. Спать, естественно. Утром встаем, уже нет ничего. За один день, да. Все листья опали, стоят одни эти маковые. Вот эти кругляшки, орехи. Так же, как у ветеранов Великой Отечественной войны, каждый день, не каждую ночь вспоминаю. Или рассказываю ребятам, школьникам и студентам. Вот. Через 34 года я ко мне, мы возложение делаем на памятник у нашего, на площади памяти. Подошел мужик, хлопнул меня по плечу и говорит: «Здравствуй, Слава. 34 года назад мы где-то расстались с ним». А у меня дрожь по телу. Я говорю: «Слушай, мужик, я чувствую, что где-то мы вместе на одной где-то землянке или в кровати спали». Он говорит: «Ты что, меня не узнаешь?» «Слав, ты что, меня не узнаешь?» И мы разорвались. Я, Володя Дмитриев, командир роты разведки моего полка. И так мы встретились. До сих пор дружим. Не забыть нам Афган, Ширикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, ох, до смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть этих лет, опаленных зноем. Остается лишь помянуть третьим тостом погибших стоя.